Было большой честью встретиться с Джо Байденом и послушать его историческую речь в Варшаве. Так прокомментировала выступление главы Белого дома в Варшаве и свое присутствие на мероприятии глава молдавского государства. Она поблагодарила США за поддержку Молдовы и пригласила Байдена посетить республику. Накануне, во время своего выступления, по случаю годовщины полномасштабного вторжения России на Украину, Байден заявил, что он горд быть рядом с Санду и свободолюбивым народом Молдовы. Решимость народа Молдовы жить свободно принесла ему независимость и поставила его на путь членства в ЕС. Президент Санду сегодня здесь. Я горжусь тем, что стою рядом с вами и свободолюбивым народом Молдовы. Поаплодируйте ей. По данным Белого дома, на встрече с Санду Байден подтвердил, что будет тверд в своей позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Кроме того, он напомнил, что США постоянно оказывают помощь республике, направленную на укрепление ее политической и экономической устойчивости. Как отметила Майя Санду в своем твиттере, на встрече с президентом Польши они обсудили насущные проблемы безопасности и вступления Молдовы в ЕС. Завтра Майя Санду отправится с визитом в Румынию по приглашению своего румынского коллеги. Как отметили в администрации Клауса Йоханнеса, в ходе переговоров официальные лица обсудят общие проекты, представляющие стратегический интерес в различных областях. В то же время будет обсуждена поддержка Румынии и европейского курса Молдовы. Стороны обменяются и мнениями о вызовах безопасности, говорится в сообщении администрации президента Румынии. Внимательно изучим содержание новой концепции, как только она будет обнародована. Так в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции прокомментировали отмену президентом России указа о внешнеполитическом курсе страны, в котором говорилось и о разрешении Приднестровского конфликта. Здесь подчеркнули, что Молдова по-прежнему привержена процессу мирного урегулирования Приднестровского вопроса и требует вывести российские войска с территории республики. О том, что Путин отменил указ 2012 года о внешнеполитическом курсе России, стало известно из его послания к Федеральному собранию. Этот указ предполагал, что Россия сблизится СС и США, а также продолжат активно искать пути решения Приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы. Путин подписал новый указ, цитата, «в целях обеспечения национальных интересов Российской Федерации в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях», сказано в документе. Решение вступило в силу с 21 февраля 2023 года. Учащиеся и студенты технических профессиональных учебных заведений получат в нынешнем году более высокие стипендии. Соответствующий проект одобрило правительство. Проект предусматривает увеличение стипендий для школьников и студентов, является одним из мероприятий, являющихся частью политики Министерства по укреплению системы образования на всех уровнях, а также обеспечению креативности и конкурентоспособности на национальном и международном уровне высшего технического образования в стране. Это весьма важно, в том числе и с точки зрения того, что вносит этот элемент конкуренции, чтобы мы в этой сфере повышали конкурентоспособность. Люди, которые работают лучше всего, также должны получать надлежащее вознаграждение и находиться в центре внимания общества. После одобренных изменений в этом году 25 аспирантов получат повышенные стипендии, 21 молодой человек получит государственную стипендию за выдающиеся достижения в размере 3000 леев, еще четверо стипендий в научных областях в размере 2500 леев. Для этого из госбюджета будет выделено около 42 тысяч леев. Третье выигранное дело против заявлений бывшего депутата-социалиста Никиты Цуркана, ребенка ПСРМ, бывшего муниципального советника, а затем бывшего депутата, который ничем не отличился. В совете он сидел на последней скамейке, я не знаю, дышал ли он там вообще без позволения партии. Никто никогда не слышал его голос, маленький элемент в машине для голосования. И вот на пресс-конференции, наконец, ему дали минуту славы. Так, министр здравоохранения Алла Немиренко прокомментировала решение суда, которое обязал бывшего депутата-социалиста Никиту Цуркана лично и публично опровергнуть информацию, распространенную им на брифинге для прессы в здании парламента 3 февраля 2021 года, а также информацию о неопубликованную и распространенную на его официальной странице в Фейсбуке. Тогда Цурган выступил с рядом обвинений и заявил, что глава Минздрава не указала в декларации все активы об имуществе, которыми владеет семья. Точнее, социалист обвинил Немиренко в том, что та владеет незадекларированным гостевым домом недалеко от Пятра Нямса в Румынии. С каких пор можно не указывать в декларации то, что, например, квартира у вас есть и ее нет, то, что у вас счета есть и их нет, то, что у вас есть, вот, например, пансионат в Румынии. В то же время с Цуркана в пользу Немиренко должны быть взысканы 100 лея в качестве государственной пошлины и 42 лея 75 банов в качестве расходов, понесенных судом в связи с разрешением дела. Получить комментарий от него самого нам не удалось. Судовый
если до этого у нас в Рокрис-Парк. Ранее Алла Немиренко также выиграла суд с социалистами Аллой Дарованной и Владимиром Односталко. Дарованную обязали выплатить главе Минздрава 24 тысячи леев за причиненный моральный ущерб после того, как около года назад обвинил ее в том, что Алла Немиренко имеет фиктивную степень магистра в Молдавском Минуниверситете. Односталко, в свою очередь, должен опровергнуть обнародованную ложную информацию о состоянии главы Минздрава в Румынии. Тогда Алла Дарованная заявляла, что опротестует решение, но на какой стадии находится дело, мы узнать не смогли. Министр юстиции Вероника Михайлов-Мурару на заседании Высшего совета магистратуры обещала существенно повысить зарплату судей. Об этом говорится в сообщении Минюста в Фейсбуке. Глава ведомства обсудила с членами ВСМ законопроекта о реформе Высшей судебной палаты ситуацию, сложившуюся в связи с отставками судей, и необходимость принять совместные меры для обеспечения функциональности судов. Накануне стало известно, что Михайлов-Мурару пыталась убедить 18 служителей Фемиды Высшей судебной и апелляционной палат не покидать систему. Основной выдвинутый аргумент заключается в том, что после этой массовой волны отставок судебная система может столкнуться с серьезными проблемами в работе. Тему прокомментировал вчера и премьер Дарин Ричан. Реформа правосудия является самой сложной и в то же время основополагающей в правовом государстве, которое хочет построить процветающее общество. И ничто, гарантирую, не помешает нам осуществить эту реформу. Если мы определим, что это диверсия, есть и другие инструменты, которые мы применим, чтобы органы судейского самоуправления функционировали и очищали дальше систему, дабы у нас было справедливое правосудие. Мы понимаем, что это будет сложно. Согласно пресс-релизу, выпущенному Министерством юстиции, Вероника Михайлов-Мурару подчеркнула важность рассмотрения ВСП апелляции против комиссии по предварительной проверке и создания функционального ВСМ. Неделю назад Высший совет магистратуры принял заявление об отставке 16 судей из Высшей судебной палаты и двух из апелляционной. Они не сказали, почему отказываются от судейского мандата, однако некоторые эксперты в области права предположили, что те решили уйти, дабы не подвергаться оценке.